На днях в приюте произошла удивительная история. Открыли калитку и ворота в ожидании машины. И вдруг через калитку уверенным шагом заходит огромный грязный пес. Эта собака, она приехала, я не знаю, тут была. У кого эта собака? Нам гости приехали. Так уверенно пришел, как будто жил здесь раньше. Знал, куда идти. Его не смущает ни лай собак, ни присутствие людей. Он решил у нас поселиться. Ну что ж, придется потесниться. С интересом осматривает и обнюхивает свои новые апартаменты. Кажется, ему все подходит. Ну что ж, добро пожаловать, Акела, в нашу скромную обитель. Ходит, да? На улице сразу в туалет пошел. Ну, бывший домашний, явно. По зубам не старый, до 2 лет. Очень добрый. Ни на других собак не реагирует, ни на людей. Ну, естественно, еще с яйцами. Так, это у нас Акела. Акела пришел сам к нам в приют. Вот так вот ему захотелось прийти и тут жить. Очень адекватный пес, года 3-4. Очень ласковый, контактный. Алабай. Тоже ищет дом. Друзья, не забывайте, что Акела тоже хочет кушать, как и все остальные обитатели нашего городка. А их уже, я думаю, что если сделать перепись населения, то их гораздо больше, чем 2000.
Очень много приходится докупать медицинских препаратов, а также перчаток и бинтов, потому что много травмированных и больных животных. Купила травы: кородуба, ромашка, кровохлебка, семена льна, коробочка целая. Все время приходится докупать еще лекарства. Вот метрогил здесь еще, актриотид, латран, добрых где-то увидела лета. Вот еще по дороге обчистила одну аптеку на метрогил. У них всего 20 там было в аптеке. Все забрала. Немножко бинтов.